Воскресала душа, высветлялась. Обновленный легко несла в себе себя. Да хрен с ним, с охотой этой, с авансом и совсем на свете. Главное, сбылось. Шел он, шел к белым горам и пришел, остановился перед сбывшимся чудом, которое так долго предчувствовал, может, и ждал. Не такое оно ему брежилось, но раз уж пришло, прикатило, иного ничего и желать, устереть, сохранить, на руках вынести. Чудо, оно такое, оказывается, хрупкое. «А, пировать так пировать!» – скричала Эля и болтнула флягой. «Тут еще навалом! Выпей, Аким, выпей! Мы спасемся! Нам рано умирать! Мы долго жить будем! Я тебя никогда-никогда не забуду!» Охваченная душевным порывом, она крепко-крепко обняла его за шею сзади, больно сдавила костлявыми руками горло.